Дамы и господа, посвятите меня, пожалуйста. Отлично. Дамы и господа, пропустите жюри, пожалуйста. Вы готовы к объявлению результатов на одиночный групповой косплей дефиле? Пардон, что сбросила свои обязанности жюри на фоку, на нашу. Но так уж вышло, что... Да ладно, потом про супер скажу. Вообще тут была такая жопа, чуть все не закончилось, резко и внезапно. Весь ивент. Кто не подписан на рассылку, те не узнают, поэтому рекомендую подписаться. Ну что, поехали? Значит, так. В одиночном дефиле третье место занимает Щербакова Влада Викторовна, косплей Эрен 2.0. Это еще не все призы, я прошу победителей подойти вон туда, вот мы определимся с вами по поводу подарочков. Топа там копыт по полю летит. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Всем похлопаем, все молодцы. Громче! Что бы там виска? Отлично. Спасибо большое. Вот, подойдите, пожалуйста, к мостику звукорежиссера. Фока, ты знаешь, куда их вести и к кому. Итак, групповая. В групповом дефиле третье место занимает группа Евгений Лунный и Маркус Шайерман. Шикарная группа с труднопроизносимым названием, поэтому я назову участников по именам и фамилиям. Простите меня. Значит, второе место у нас занимают Лопаева Евгения и Коломейцева Татьяна. И первое место получает группа «Пир во время чумы». Еще три. Вот, а теперь мне нужно сделать фотоотчет для Red Bull. Вы пардуете, ладно? Хочешь вон там 20 штук забирать, тебе можно. Я бог, мне не надо. Понятно. На счет три. Раз, два, три. Вы счастливы с Red Bull в руках. В следующий раз, надеюсь, они нам дадут сцену большую, а ребят мы позовем на оборудование и получи деньги. А, фальшивые? А жаль. Итак, пожалуйста, подойдите к вон туда, к мостику, вас сейчас отведут на презенты. Да.